за Орду! Мой меч! Голова Орды! Все? Это просто немыслимо! Варгор рисковал всем, чтобы добыть для нас этих водозмеев. Я не допущу, чтобы все закончилось вот так. Кто-то должен отомстить, кто-то должен сделать все возможное, чтобы надзиратель Дюрант заплатил за все своей жизнью. Поговори с Вантиром. Не сомневаюсь, он знает, к кому обратиться. Месть, когда у нас все начинает налаживаться, по-моему, не лучший выход. Мы ж только всех на уши поставим. Шалдорай вернул свою славу. Да, не убивает всех бездоказанно, но как бы такова уж цена. Твою мать. Окей, главное вспомнить, куда я приходил. Хочешь сообщить о новом открытии? И это тоже. Тейвалад! Так. Да, вот виноградники. А куда мне надо-то? Блин, ты хоть бы... Подожди, наверное, тут написано? Твою мать, не написано. Окей, будем ориентироваться по тому, что в порталах показывается. Короче, сюда, наверное. Да, я выбрал нужную точку. Так, подожди. Чем могу помочь? Крепись, Андрюша ДХ. Потеря Барго — настоящий удар для нас, то вряд ли это наша последняя потеря. Боюсь, далеко нет. Хоть кто-то это создает. И наконец золото начали, кажется, давать за задание. Марго была дорога мне. Вести ее смерти многим из нас легла до сердца тяжелым грузом. Вантир печально качает головой. Чтобы продолжать свое дело, мы должны показать, что расплата за гибель Марго будет неизбежна. Пусть такие, как Дюрат, знают, чтобы следив за ними, и что они за все ответят. Я знаю, кто нам в этом поможет. Его зовут Аруин. Хотя сотрудничать он с нами не рвется, это еще мягко сказано. Он осторожный, пойдет и риск только за хорошую плату. Его можно разыскать в переулках к северу от базара Вечной Луны. Береги себя. Окей, погнали. Вот мне интересно, никого не смущает подкрытый посреди города портал? В тайное логово заговорщиков, мятежников. Я не могу просто без этого, у меня эти вопросы постоянно в голове возникают. Блин, ну призы, ну хоть немножко логики можно в игру вносить-то? Или просто о логике не стоит думать? Что тебе нужно? Находиться здесь тебе безопасно. Ступай своей дорогой. Где же значок? Своей дорогой. Как мило, ты хочешь нас обоих в гроб загнать? Нет? Я так и думал. Тебе помочь? Проваливай лучше отсюда. Есть? Можно придумать что-то получше. Гораздо лучше. На самом деле... Зверинец вон там. Я помогу тебе, но сперва сделай кое-что для меня. Если ты не предложишь мне что-то достойное того, чтобы рискнуть жизнью, я и с места не сдвинусь. Вантир, должно быть, предупредил тебя, что мои услуги стоят недёшево. Скажем, столько маны, чтобы хватило на месяц. Аруид самодовольно ухмыльнулся, считая, что вы никогда не примете эти условия. Подкупите Аруида, принесите ему 800 порций древней маны. Соблюдая осторожность. А, сколько... По-моему, есть. А... Или нет. Капец, у меня нету. Проваливай лучше отсюда. Ёшкин ты кот. Ничего, тут весь город перелопашить придется, чтобы эту ману долбаную добыть. Что-то тут не так.
Видимо, зря я выкинул тогда 400 маны. Просто так. Теперь ее, конечно же, нигде нет. Окей, ну теперь я уже не сильно боюсь лупить противников. Так что будем стараться, если нужно это, обходиться жертвами даже. Ради такого. Так, мана, мана, мана. Конечно, да куда ты вся подевалась, вся мана абсолютно. Кто ты? Ну, вдруг у вас мана будет там. Не могу атаковать эту цель. Ух, целая единичка. Понятно. С мобов много маны не соберешь. Придется ее реально в городе где-то искать. Слушай, камень точно работает? Что-то тут не так. У меня лучший товар. Уж. Видимо, так. Заходи еще. Не добудем, да? Дважды крепленное чародейское вино. Где оно? Чародейское вино. Пытаюсь понять пока, где оно. Судя по карте, я прям на него смотрю. Еду до... А, вот оно. Взял же я его. Все, 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 пошли, пошли, пошли. Так, чё за бред? Он передо мной был. Алло. Ладно, это был... Стоп! Обыскать здесь всё. Ну, еще половину надо этого добыть. Добра. А потом надо будет еще сотню добыть. Потом надо будет еще сотню добыть специально под этих квестогиверов. Сейчас узнаем, что он там делает, куда идет. Прикольно, что можно провалить локальные задания, но типа бы показывало бы, что ли, прогресс, что заново надо сделать. Следить за заговорщиками. Осторожность лишней не будет.
Чудо вида торговцев будет видо, кстати. Наверное, надо над этим подумать. Потому что Дебетлида сообщать о попытках украсть чародейское видо. Тихо, тихо, тихо. Ты следишь за мной? Чё за херня? Это типа меня спалили? Приветствую. Так, ну уйдите, пожалуйста. Подходящая цель. Нормально. Но вина мне, конечно же, в нужном количестве не дали. Продолжаю обыскать по городу вино. Типа других вариантов-то нет. Так, пыльца, сила цвета, это внутри где-то. Это иллюзия. Что ты скрываешь? Что-то тут не так. Ага, вот она. Извините, я забираю это. Это иллюзия. Что ты скрываешь? Ай, черт, а. Ладно, типа он меня палил, но не увидел, впереди драка. И на его лице какой-то покер-фейс. Не могу достать. Вижу еще чародейскую ману. Показывал бы на этой карте тоже всю ману вокруг. Жуть как неудобно. Приветствую. О, а вот, кстати, этот царек. Хера он из этого конца в города в другой приперся ради такого. Светящийся фолиант. Где-то внутри. Да, прям под носом у остальных. Дважды закрепленное чародейское вино, но оно где-то наверху. Так, также есть еще дважды крепленное чародейское вино. Где-то внутри. Так, еще 100 с копейками надо накопить. И придумать способ пробраться туда, наверх. Слушай, пацан, у тебя не найдется вина немножко-то? Соточку. Ой. Так, ладно. Очевидно, наверх так не пробраться. Если здесь ничего нет тоже. А, видимо, ничего нет. А жаль. Так, ну я вижу другое вино, которое можно взять. На карте еще один фолиантик. Тачхау я. Что-то тут это не так. Что ты скрываешь? Слишком далеко.
Нужно подойти поближе. Вау. Этот демон что-то устроил тут даже мне. Сорян. Так, ну вопрос, ты-то как не заметил? Ты такой здоровый, прям перед твоей мордой дрались! Так, проник сюда ради маны. Еще мана нужна. Больше маны. Мы будем бродить по городу в поисках нужной маны. А там надо будет еще маны добыть. 800 мало точно, потому что тем дохлякам из нашего логова тоже понадобится 150 или около того. Господи, ну до хрена бады же было. Почему когда эта бада не нужна была мне? Ее было до хера. Когда стала мне нужда, ее теперь ни хрена нет. Так, где-то здесь ТП был, прям наверх. Это иллюзия. Что ты скрываешь? Что-то тут не так. Да чихал я на твое, что-то тут не так. Эй, алло, я не ТП-шился. О, крюк. Крюки есть тут. Да ёп. Мы истребим всех вас! Хердрч. Короче, вы поняли. Так, ну типа я залез сюда, а дальше чё? Так, сами разбирайтесь, я пришел сюда за маной, а не за чем-то другим. Так, ништяк. Еще вина надо. Это иллюзия. Что ты скрываешь? Ладно. Хочешь драться, давай драться. Я не против абсолютно. Я не могу атаковать эту цель. Я смотрю, там внизу горожане начинают что-то подозревать. Что-то мне это напоминает. Кажется, страну, в которой я живу. Очень похоже. Да блин, где эта точка? Я такой обход бешеный сделал. Вот оно валяется. На виду. На самом, как говорится, ярко бы видно месте.
Так, а еще есть внутри где-то мана. Отлично. Полсерии занимаемся сбором бады. Почему бы и нет, да? Приключения на жопу, все дела. Классно же. Да бери уже. Ох, я думаю, этого будет более чем достаточно. Пойдемте сдадим квестик наконец-таки. Запасом, так сказать, баду взял, как я уже сказал, ради того, чтобы из шара, да, что-то там, короче, отдавать эту ману, чтобы они там не иссушились по полной. Держи. Тебе помочь? Есть. Соблюдая осторожность. Хорошо, что ты осознаешь ценность моих услуг, партнер. Итак, я всегда открыт для взаимовыгодного сотрудничества. Большой куш. Мне нечего предложить, кроме информации. Но как раз она поможет тебе и пригодится. Ты помог мне, а теперь я помогу тебе. Магистр каждый день получает партию чародейского вида, которая доставляется во дворец под усиленной охраной. Я могу указать маршрут в обмен на часть товара. У меня есть контакт в охране. Он задержит доставку как раз, чтобы ты успел донести удар. Защита активов. Демоны и стражи так зверствуют, что теперь непонятно, где хранить контрабанд. Стражники разнюхали, где находится мое любимое секретное местечко, и вот-вот наложат лапу на мой товар. Отправляйся к тайнику, отбей у них охоту лезть в свои дела. Тебе понадобится крюк, чтобы туда добраться. Ищи на верхних этажах то, за что можно зацепиться. Если спрашиваешься, тебе кое-что перепадет. Иди своей дорогой. Золотая чаша для того, чтобы добить очки артефактов. Это иллюзия. Что ты скрываешь? Ладно, давайте сделаем это. Крюки я уже видел. И, видимо, там как раз указывает туда. Хорошо, что гарпу доставил. Хоба! Слышь, отдала товар, живо! Так, пусть поближе подойдет она. Да вот крысы! А, во! Все, всех сожгу. Один останусь. Готовы. Так. Ладно, давайте сначала квест дадим. Так будет быстрее. Что ты скрываешь? Держи. Зверинец вон там. А ты становишься надежным компаньоном. Проваливай лучше отсюда. Спасибо. Пойдемте-ка. Украдем винишко. Ах. Андрею бы точно это сюжетная линия с вином понравилась бы. Ведь Бухич это в его стиле. Да любому Бухиче подобному существу бы это понравилось. Уж не сочтите за грубость. Йоу! Я чуть не обосрался. Так, ладно, верните меня назад. Понял, не лезу туда. Что?
Что-то тут не так. Пугородный мастер клинка? Лёха, ты чё тут делаешь? Ты должен сейчас стримить. Так. Это где-то тут. Вероятно, чуть выше. Там мы встретим мастера клинка. Это иллюзия. Что ты скрываешь? Это иллюзия. Это иллюзия. Что ты скрываешь? Какой обход надо делать, бешеный, а? Кто ты? Тихо. Конь в пальто. Это иллюзия. Что ты скрываешь? Ага, понял. И как раз тебе проще немного поразмяться. О, шикарно. Нашел жертву. Немножко дело из-под контроля сначала слегка вышло. Так, а с хера ли вы со мной сражаетесь? Элита, блин. Окей. Ваша атака сектора версии будут уплывать 20 дороги через 5 секунд. 9277, понял. Окей. Тип. Не знаю даже. Такое себе. Так, давай. Верни меня обратно. Так, короче, где это? Еще выше, что ли, не пойму я. А как выше взобраться-то? Как повыше взобраться. Кто ты? Что-то тут не так. Чую, меня вычислили по IP. Ваше время прошло. Пошел я отсюда. Так, короче, надо с другой стороны как-то обогнуть это дело. Не погибаю пока как, то да. Так, где-то тут цветок. Сотеру его пока. Так, как отсюда добраться до той точки, в которую где надо?
что-то мне подсказывает, что я слишком низко опустился. И тип не допираю как. Ладно, это я, пожалуй, опущу место. Пока я сюда шел, добрел вот на это существо, там еще и квест какой-то от какой-то килай. Можем взять его по пути, если получится. На самом деле, да, пути мне страшного, поэтому мне надо было свернуть. Хотя бы на время. Так, не понял. Убил. А вот ресурсы пригодятся. Так. Теперь она где-то тут. Или он? Ночной колодец питает нас. Ни в коем случае не ешь фрукты в мисках. Они отвратительные. Если хочешь попробовать лучшие фрукты Суровара, я помогу тебе выбрать. Ягоды и яблоки. Эти фрукты жалкое подобие того, что могу вырастить я. Но проклятый Даглир каким-то образом втерся в доверие к знати, так что приходится нам довольствоваться тем, что есть. Нужно преподать этому Даглиру урок, чтобы он больше не смел украсть мой урожай, но действовать придется тайно. За этим щитом растет одна травка си... Альтарас Малдин. Вы там охерели? Я не дочитал! Аштарас Даниил. За этим щитом растет одна травка с сиреневыми цветками. Мы ее зовем тени цвета. Раздобудь немного этой травы, и я уж позабочусь о том, чтобы этот выскочка дорого заплатил за свою дерзость. У меня есть особый ингредиент, который делает мои фрукты просто неподражаемыми. Сейчас мало кто уже помнит вкус настойки из бонафорели. Пикантный аромат, маслистый, послевкусие. Эта добавка естественным путем накапливается в потрохах жаб, что обитает у северной реки. Принеси мне эти потроха, и тогда можно будет приступить к делу. Да направит тебя Элисандра. Окей. Когда буду обратно возвращаться, сделаю это дело. Теперь ты, надеюсь... Я смогу сюда пробраться? Кажется, мы уже близко. Что-то тут не так. Это иллюзия. Что ты скрываешь? Ага, вот оно. Этот груз ценнее, чем в вашей жизни. Обращайтесь с ним бережно. У меня рука соскочила, простите меня. Ты ответишь за задержку. Элисандра об этом узнает. Бежи, магистр убьет нас. Чего изволишь? Спасибо. Забирай чародейское ведро, а мне тут больше делать нечего. Окей, пошли, выполним задание. Это иллюзия. Этого пацана. Это иллюзия. Что ты сожжешь? Что-то тут не так. Блин, тут слишком много стражей, чтобы бегать просто так. Готово.
Это, видимо, за пределами где-то. Здесь уже вряд ли маскировка понадобится. Да, эти же удочки не так уж и просто будет добыть. Более того, что тут и жаб нифига практически нет. А вот тенецветы. Слишком далеко. Так, один же удочка есть. Один тенецвет есть. Удочка, конечно же, нет. Так, два из четырех. Подойти поближе. Чего это лягушка, как тюлень, звуки издает? Так, готов еще один желудочек. Неподходящая цель. С желудками разобрались, теперь надо с теми цветами разобраться, которых тоже чуть не очень долго. Ну и хотя бы проще добыть, кажется, уже все нужное. Где-то видел я тут. Ага. Ну это бы в одни люди хотела. Окей, пошли посмотрим, что этот пацан нам приготовит. Потом вернемся к основной линии. Побочки тоже интересные бывают, так что сами понимаете, таким побрезговать я, как говорится, не могу. Ой. Забыл. Ребят, убейте их. Кто ты? Так, вот твое изысканное блюдо. Наша судьба скоро решится. Ищи ингредиенты. Я бы на твоем месте ничего не ел, не вымыв руки как следует. Прекрасно, для моего пода это более чем достаточно. Теглер, Юд и Наивин. Всего до форель в наших гаванях выловили давным-давно. С тех пор, как подняли щит, вкус этой настойки остался лишь в наших воспоминаниях. Роковые фрукты. А вот теперь пришло время нанести удар.
Тенецвет обладает свойствами, сильно стимулирующими пищеварение. Обрызгая этим составом ваза де Глира с фруктами, наслаждайся спектаклем. А тем временем, и с помощью настойки из бодафорели, окончательно застал Блю за собой место главного поставщика фруктов в городе. Мы вновь стали частью мира. Окей, избавляемся от конкурентов. Без регистрации СМС. Все под носом. Долбанные стражи не дают мне выбраться отсюда. Черт, а. Так, вроде этот петух меня не стал пытаться проверять. Это хорошо, готово. Это иллюзия. Что ты скрываешь? Дело сделано. Мы больше не прячемся. Я даже, блин, я не прочитал, что он скажет. Скоро решит. Да Глиру теперь точно конец. До меня уже доходили слухи, что он предатель и состоит в сговоре с помраченными. Он и его союзники хотели отравить Элисанду. Будет знать, как лезть в дела растущей луны. Упс. Кажется, мы помогли не тому, кому надо, кому следует. Забавно. Жаль, это ни на что не влияет. Хотя нет, давайте заберусь повыше и спрыгну откуда повыше. Рядом с моей таверной часто крутится один подозрительный тип. Может, проследишь за ним и узнаешь, кто он и что ему нужно? Нет, извини. Окей. Есть. Что тебе нужно? Приятно иметь с тобой дело. Пока ты по... Пока ты там по крупицам... Чуть-чуть-чуть. Соблюдая осторожность... Получите всего 7 предметов из комплекта доспехов своего оплота класса. Не знаю, что я сделал, да ладно. Задание вроде не выполнено. Окей, ладно. Тебе помочь? Пока ты там по крупицам собирал воду, я довел справки. Тебе нужен дозиратель Дюрант. Оказывается, он живет около сада сумрачных теней. И помогу тебе найти его, но в одиночку ты с ним не справишься. К счастью, среди наших соратников как раз есть те, кто тебе поможет. Тебе будут нужны трое. Найди Сирилу и скажи, что сова уходит в сумерках. Ворину сообщи, что по почте крадется саблезуб. Селяйся, скажи, что жестокий хозяин бочек готов умереть. Они поймут, что от них требуется. Поговори с вантиром, когда все будет сделано. Окей. Иди свои. Ларина ты найдешь на площади. Селесу у каналов. Сирилу на базаре. Ты их сразу узнаешь. Кто ты? Кто ты? Ох. Ладно,
Дебдошка, побахаемся. Не так. Мне еще рано пить вино. Слишком далеко. Рады пить то, что поддерживает в тебе, по сути, жизнь? Господи, девочка, помолчи. Ты мешаешь дяденькам взрослым сражаться. Тут видишь, кровь, кишки там туда-сюда летают. Учитель сказал, я самая сильная. Тебе что-то нужно? По площади крадется саблезуб. Ну ладно. Пусть крадется, да. Так, а теперь пойдемте к тем, кто поближе тут. Что-то тут не так. Это иллюзия. Мы избраны править мира, Шалдара. Дождера спала. Я не могу атаковать эту цель. Нужно подойти поближе. Окей, сделать сделано. А то я мог бы убереть, если бы не прожал это. Все равно не часто, тем более, когда теперь намного меньше. Так. Срева, Сирила. Да, сова ухает в суперках. Тоже, ну ладно, скажет. Все, больше ни слова. Что-то тут не так. Селесса. Привет. Жестокий хозяин бочек готов убереть. Поняла. Пойдемте ликвидируем его. Злого хозяина бочек. Твою мать. Кстати, до пути, где кто-то должен встать. Что-то тут не так. Здрасте. Тебя сюда не звали. Умри! Марго сама подписала себе приговор. Не могу достать. Вы поплатитесь за свою дерзость. Ага. Элисандо вас за это казнит! Посмотрим. Предатели! Кровды, как ты. Зверски убили, зверски уходим. То есть потихо, извиняюсь. Ну, страсти докаляются, что-то интересное будет готовиться, видно. Я думал, уже стычки в городе начались, это просто игрок заагрил всех, окей. Так, Вантир. Приветствую. Готово. Теперь они будут считаться сумеречной лилией. Лилией, отличная работа. У сегодняшних событий определенно будут последствия. Пока возвращайся к Талисре, сообщи, чтобы отомстили за Марго и что сумеречная лилия заявила о себе на весь Сурамар. Впереди будет еще немало смертей, это я могу обещать, но именно эта смерть станет хорошим уроком таким, как Дюрант. Пусть впредь действуют осмотрительней. Только попроси. Возвращаемся. Так сначала я сбегаю обратно в Доворадишко, чтобы качнуть оружие. Да-да-да, я хочу качать его дальше.
Как дела? Так, пошли. Прогрузись, пожалуйста. Готово. Да здравствует боеплот вновь. Сколько-то бедут? 3 минуты осталось. Я думаю, за 3 минуты вы только спустимся, прокачаем оружие, все такое. И доделим наших пацанов новыми штуками интересными. Для того, чтобы собирать больше ресурсов оплота. Так, 4 миллиарда силы артефактов. Так, применяя способности, вы все, кто набираетесь, вы можете активировать эффект согласованность армии погибели легиона. Ох ты ж ты, название. Повышающий вашу ловкость на 4000 на 10 секунд. До 4 качается, да? Все, дальше нельзя. Или можно, наверное. Посмотрим. Так. Где тот пацан, который историю артефакта зачитывал? Да, и с вами тоже Азерот разобраться, наверное, надо. Выстоять. Ресурсов оплота недостаточно. Проклятие, где ресурсы оплота брать-то? Это, я думаю, потом уже, после сюжета разберусь. Так, стоп. Чего я не могу получить знания об артефакте? Ордена активно делится своими ресурсами друг с другом. Твое участие в получении дальнейших знаний об артефакте больше не требуется. Каждую неделю мы будем обретать новые здания. Типа, все, больше действительно моего участия не требуется, да? Хотя вот помечен. Слишком далеко. На карте вот помечен, как значок отдельный. Забавно. Окей. Возвращайся, брат. Подожди. Сколько осталось? Давайте 40 секунд подождем. Как они это сделают? И сразу же вернемся. Так, вроде должно быть готово. А вот. Эту я не сразу вдуплил. Серьезно? Вы че издеваетесь? Ладно. Окей. Давайте разберемся с нашими штуками для них. Так. Чтобы открыть ячейку, нужно получить качество. Да ладно! Вы, блин, издеваетесь, да? Мы последняя преграда на пути легиона. Никто не остановит Иллидари! Окей, теперь возвращаемся.
Оба. Тут ролик. Что это такое? Приветствую. В смене времен года откроется истина. Семя надежды, семя надежды. Что надо было сделать? Стремись к цели. Прощай. Бейтесь. Понятно. Наша ноша тяжела. Отлично. Магия всегда была для эльфов своего рода проклятием. Благодаря ей бы стали теми, кто бы есть. Она вывела нас из тьмы к свету, но если блюсти равновесие, даже и погубит нас. Шелдарай слишком гордый, чтобы признать то, что недавно уже являются заложниками своих страстей. Их жизнь лишена гармонии. А вот побраченные, как мне кажется, обладают немалым потенциалом. Потеряв все, они научились смирению, и это в свою очередь придало им сил. Продолжай работать в том же направлении, Андрюша Дэха. Помоги побраченным вернуть себе былое величие. И за почтение мне дадут всего-то ни хрена. Ну ладно, это сила артефакта, но типа окей. Это радость, пусть и небольшая. Ты хорошо поработал, теперь отдохни. Кажется, теперь этих 77 миллионов уже мало будет. Я освобожу Сурабар из-под власти Легиона, но прежде я должна вернуть себе силу. И там надо все продумать. Да мне дошли слухи из Сурабара. Беспорядки в городе побудили аристократию начать поиски нового кандидата в совет Элиссандры. На такие должности всегда был большой конкурс. Это отличная возможность, и лучшего кандидата, чем Лилет, не найти. Судьба благоволит Литтам. Я знаю, что она всегда предпочитала держаться подальше от политики и интриг, но теперь нам придется попросить ее вступить в бой. Найди Лилет в лунном полумраке и помоги ей победить. Сурамар будет свободен. Бунты! Выборы фальшивые, да? Сейчас будет веса. Аменос. Окей, давайте избавимся от лишнего мусора. Счастливого пути. Лилет, тебя в таверне. Знаешь, мы не просто так поселились подальше от дворца. Не спорю, политика — дело не из приятных. Но представь, какие возможности откроются перед нами. Да, я могла бы столько сделать для всех. В итоге там зажрется она тоже. Коррупционерка туда-сюда. Добрый день. Это ты, Андрюша Дэха. Приятно снова повидаться с тобой. Итак, ты готов помочь тебе в предвыборной кампании? Поехали, выборы. Талисра ожидает от меня слишком многого, но ради нашего дела стоит рискнуть. Если я стану советницей, наше влияние многократно возрастет. У нас будет информация, доступ туда, куда нужно. Я смогу... опечатки. Вдохнуть восстание, новую жизнь. Я смогу спасти столько жизней. Однако мне понадобится крепкая поддержка. Многие дома уже приняли мою сторону благодаря безупречной репутации моей семьи. Но кое-кто все еще сомневается. Леди Аврора из дома Островар. Самая значимая фигура из них. Разыщи ее. Предложи помощь от моего имени. Завоюй ее доверие, и дальше все сложится само собой. Я не посрамлю имя отца. Чем могу помочь? Лилет стремится получить пост советника великого магистра, и нам нужно ей помочь. Конечно, есть те, кто ее поддерживает, но их недостаточно для победы на выборах. У Лилет могущественные конкуренты, которые не гнушаются такими методами, как запугивание и принуждение. Никто не смеет открыто выступать против них. Услугами и заверениями мы сторонников тоже не завоюем. Найди Аруида,
Думаю, у него есть соображение, что нам делать дальше. Мои двери всегда открыты. Надеюсь, он маны-то еще не попросит. А то мне снова не хочется бегать по городу. Господи, как долго это придется копить? В том же месте стоит, чувак. Мне кажется, за такое время уже должны были быть подозрения какие-то на твой счет. Что тебе нужно? Помоги нам убедить некоторые благородные дома поддержать кандидатуру Лилет на должность советника. Возьмешься? Правда? Так вот, что она задумала. Храбрая девочка. Я бы помог, но... Ну, не за бесплатно. Зверинец вон там. Иди своей дорогой. Ясно. Кто ты? До свидания. Столько вида, то есть маны, я буду искать уже дольше. Сколько у меня максимальный объем маны? 1500. Ё. Ладно, придется прибегать к хитростям. Так, где-то здесь есть вино, а я его так и не взял. Оно ведь стоит в уголке. Действительно в уголке. Воу. Того меня там 145 древний бадаш крутяк. Так, фолиант где-то внутри, значит, внутрь надо зайти. Извините. Это иллюзия. Что ты скрываешь? Так, идемте побогать. Если по пути буду видеть ману, буду ее брать. Все-таки рез туда-сюда. Окей, круто. Черт, далековато, придется ходить ради нее. Так, ладно, наверное, я где-нибудь сейчас остановлюсь, и мы закончим до сегодня. Безопасно вместе. Лесенка безопасная. Окей, друзья, на этом я сегодняшнее похождение завершаю. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе. Будем ждать, я сам хочу узнать, что там дальше, продолжение какое. Ну, ожидайте. Всем пока.